Что-то очень долго загрузка. Все сломалось. Написал? А? Я написал в этот самый, да, написал, что... Он не читает. Раз, слышно меня? Да. Угу. Так, что там, старт? Ну, должен быть уже, да. Ну, что-то какие-то лаги с интернетом. Чай, вода, таблетки. Все, в больничке. Что у меня джойн практики? Тик-тик. Устроиться, настроиться, руль. Так а чё, Дементор? Не знаю, что я написал в чат. Блин, меня смущает. Лаги. Чё? Лаги смущают, лаги. Какие-то лаги непонятные. Итак, 26 трек. Блин, ты уже в сессии? Угу. Трек хорош, кстати, хорош. Ну, примерно как мы тренировались, это хорошо. Угу. Это огромный плюс. Слушай, я так понял, у них погода, в общем-то, ну, такой несколько, она хоть и вариативная, да, в данном случае, но она заданная. Нет, она не заданная, она... реалистик. То есть, грубо говоря, у тебя в Англии не может быть плюс 32 градуса на Донингтоне. Понимаешь, да? Угу. Вот опять у меня скорость просто трындец. Я с такими лагами не могу играть. 1700 получилось это. 3 месяца. Все. Напиши это. Ой, везде, да. Нет, я везде. Это я что-то говорю. Чем ты делаешь? Ты, блядь, поехал и... О! Yeah.
Господи, боже ж ты мой, а? И ведь это будет все на протяжении всей гонки. Почему так я не могу Да.
сегодня. Максимально 13 литров можно налить? Видимо, да. 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 А, ну значит надо 13 и второй раз набирать. Ну да. Так, а это нельзя в пит-стопе сделать, да? В смысле? В гараже нельзя это сделать. Сколько ну, короче, не в, не в гонке. Чего? Почему? Нет, ты сейчас на стартовой прямой будешь из блокбокса? Ну вот на стартовой прямой, да, только там. Угу. Да. Охренеть, я еще и без времени. Просто великолепно. Да ладно, тут прорываться можно. Согласен, но, блядь, меня это так реально бомбит, короче. Потому что ну, лаги, да. лаги. Да я тоже на самом деле показал время. Ну, тут ты пойми, что 45 минут тут очень... Резину снимаем. Ой, резину снимаем. Очень важно будет, блядь, кто доедет. Кто доедет и кто не расспрашивается. Вот я, по ходу дела, не доеду, потому что мои лаги это трындец. Юлинг. Я поставил 11. 11? Угу. Во время просмотра Ctrl-Left. Да, на повторы. Во время прямого эфира Ctrl-F12 нажимаешь, у тебя появляются настройки камеры. И дальше VS-AD. Там как-то еще можно, по идее, настроить, чтобы мышкой это все делалось, но я не помню. Ты 11 поставил? Да, да, 11. А хватит? Слушай, вот опять же смотрел этого чувака, он ехал, у него было, ну вот, полный бак и 11 на дозаправку. И хватило там с запасом даже. Субтитры сделал DimaTorzok.
Yeah.
Ну да, я забыл.
Thank you.
Нет, если я сейчас бегу. Да, принцесса. Машина, машина есть, я ее не знаю.
Кайф.
Рикьярдо, блядь, я понял, почему они люди, Даниэла Рикьярдо. Все с именем Рикьярдо мудаки, блядь. А, нет, он все-таки за мной приехал, это, ну... Такой Степан оставил, как бы, или слово, блядь, поэтому можно не бояться. Не отмазка, блядь, что very slow. Согласен, не отмазка, не хрен. Да, приехал мне ровно в жопу, блядь, и, ну, значит, блядь, ну, понимаешь, что там. Однако, блядь, я ехал перед ним, и он как бы, ну, не подъезжал бы, если бы оно... Thank you.
Давай, да. Слово, блядь, хули он мне. Ну интересно, блядь. Я, блядь, я и терял, блядь. И очень. Конечно, приятно. И кроме вот этого Рикьярда, но правда писал Sorry Man. Ну, с другой стороны, все может быть, я думаю, как бы, знаешь, я бомблюсь, но не бью, потому что действительно, да, понятно, что он пытался купить, да, мне понятно, что он вставал меня. Просто там он где-то в другом месте побыстрее, я где-то, ну все же по-разному едут. Сейчас было холодно, что она не плыла вообще, понимаешь, да, как бы, ну. Она не реальная. То есть, ну, я, естественно, там не визжал, не скрипел, блядь, ей там, но она не плыла, резина, понимаешь, да, то есть. Нет, только вот после разворотов она там. Да, ну, после буквально, разворотов. И кстати, то буквально на круг хватало, чтобы быстренько, ну, остудить ее. Да, реально где-то, ну на круг. Чаще где-то этого разворота, да. Ну вот. Но потом подошло. Ну здесь, видишь, прямых много и нет таких как постоянных поворотов. И прохлад. Немножечко резануло это, как его, знаете. Автобус остановки первая. Ну, там мы параллельно поворачивали, я был внутри. Я чуть, ну, перестраховался и много взял. А можно сильно резать бортик, но в меру. Вернулся, как улетал.
одного из чуваков еще пройдем. Вдвоем. Солера, ну-ка. Восьмой круг. Еще раз смотрим. Чейз. Ну, в принципе, я шел заранее на атаке. До торможения еще был в базе. Восьмой круг, поворот правый наверх. Понимаю, Ивана, да? Солера? Да, Ивана Солера. Нет, кстати, все равно. Очень момент, конечно. У него Б, правда, но 1.39. Сейчас я, короче, знаешь что, я сейчас сниму это дело. И, значит, на суд общественности, вот что скажешь. Что скажешь на сей счет? Так, видео. Слушай, ну если бы меня не развернули, то... Я бы не было
ЛКР контакт, я бы, конечно, себе очень охуенно сейфиди привез. Ну, кстати, я бы... Понимаешь, да? Ну да. Опа. Ну, учитывая, что если бы эти опять тоже ну, закрэшились, ну, при такой, вот точно так же, если бы меня не закрэшили, то есть я бы, ну, я 12 секунд, я еще, видишь, все-таки я молодец, очень, очень круто среагировал, скинул передачи, как бы, ну, тут ты понимаешь, да, то есть меня развернуло, мне еще повезло, кстати, вот опять же повезло, что я не врезался в стену. Угу. То есть он меня сзади что-то там, ну, ударил, но... Прям вот это мне, конечно, ну, слава мне, скажем так. Я быстро среагировал, ну, потому что я часто теряюсь в таких ситуациях, блядь. Там особенно когда, ну, мне, видишь, заднюю не надо было включать. Это тоже, кстати. И на пит-стоп я неплохо заехал. Я прям... Ну, можно, конечно, было там пару раз я ехал 60 вместо 72, но я по принципу лучше не превысить. Ну вот да, я превысил, видишь, и получил проезд. Не-не-не, я прям очень старался, скажем так, не превысить. Ну, я смотрю, после вот того удара, короче, у меня так колесо нормально ушло. То есть хороший дамаг был. Не, ну я считаю, что нормально. Я ехал эту гонку, доехал. Вообще, вот по 40 минутной гонке самое главное, ну, это же не какой-то там А-класс, блядь, экстра про. Мне кажется, то есть в нашем сплите, вот, ну, точнее, не в нашем сплите, вот, ну, Advanced Mazda, да, вот, не, если сплит там не 3000 софа, здесь примерно, как там, грубо говоря, там, второй-третий сплит Mazda Cup, если ты доезжаешь, ты уже в пятерке. Ну, не в пятерке, здесь, ну, здесь не пятерки, здесь десятки, скажем так. Ну, да. То есть, поэтому... Ну, вот, действительно, я смотрел, во-первых, народ меня не лез атаковать, то есть все, как бы, понимали, что это длинная гонка, но это как в формуле. Не надо пушить в каждом повороте, потому что есть охуенная прямая, то есть меня народ атаковал исключительно прямой. Ну, потому что, действительно, здесь, как бы, она пиздец какая крутая прямая, если ты чуть получше подготовил выход, а если человек впереди тебя, ты легко это сделаешь, то ты просто его спокойно там, ну... А если, вот как у меня, например, было повреждение на прямой, я тупо не могу никого обогнать? Ну, тогда да. Только в повороте. Тогда... какие-то там, да, там, ну, особенно если тебе там внутри немножечко ну, человека там вы подоставили. Не, ну я говорю, что я прям доволен гонкой, я приехал. Плюс, если бы человек мудак меня не